Возможно, я сейчас очень сильно туплю, и, скорее всего. Да. Вообще. А? Его даже не спрашивайте. А чего? Это точно не ответит. Это шутка? Нет. Ой. Я неправильно, извините. Вот да. Сказал бы я, если бы не было камеры, это было бы в непринужденной обстановке, но... Друзья, всем привет. Первый президент России Борис Ельцин. Первый элемент в таблице Менделеева – это водород. А первые Олимпийские игры были в Афинах. Я думаю, что несложно догадаться, что в каждом вопросе сегодняшнего выпуска будет слово «первый», а вопросов будет 5 штук. Напоминаю, что за правильные ответы на все вопросы я плачу людям деньги, и мне ничего не остается, кроме как пожелать приятного аппетита, приятного просмотра, а мы погнали работать. Здорово. Привет. Представься. Юра зовут. Юра зовут. Юр, я тебе сказал, что выпуск сегодня будет на общую эрудицию, но в каждом вопросе сегодняшнего выпуска будет присутствовать слово «первый». Первый? Да. Первый президент, там, первый космонавт, вот такое все. Скажи, пожалуйста, ты в чем первый? Я в спорте первый. В каком? Легкая атлетика. Первая? Ну вот в чем ты чувствуешь себя лидером? Я первый в... Возможно... А как нужно... А как правильно ответить? Ну, я первый в, наверное, честности к себе, возможно. Вот. В волейболе. В нападении, ну, да. А ты прям... Ты видно, что нападающий. Да. А ты либеро? Да. А я томат. Я первая. В списке фамильном. Как у тебя фамилия? Голубкова. В умении... играть на фортепиано, наверное. Реально? Ты еще играешь на фортепиано? Какая ты умничка. Я в музыкальную школу хожу. Круто, молодец, продолжай. В 7 лет я стал чемпионом мира по карате. В детском. Реально? Сейчас занимаешься? Нет, 8 лет бросил. А в 7 лет занял. Блин, круто. А почему бросил? Надоело. 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 Первый я, скорее всего, в профессиональном плавании, потому что у меня первый разряд по спортивному плаванию. Первый спортивный разряд, извините. Подсказка. Давайте я МЖ дублим, погнали к другу. Его даже не спрашивайте. А чего? Это точно не ответит. Почему? Ты там жесть. Почему жесть? Ну, не жесть. Он говорит, что ты точно не ответишь. А, на конкретно какой вопрос? На все, говорит, не ответишь. Ну, я могу попробовать. Давай, хорошо. Первая страна, на которую напала фашистская Германия во Второй мировой войне. Ну, какая страна была? Я не знаю. Я точно не прям. Россия. Первая страна. Сейчас. Германия. Блин. Точно не... Ну, что-нибудь связано с евреями, точно, мне кажется. Израиль? Блин. Может быть, но я не уверен. Германия? Я не помню. Блин. Кто захватывал вообще? Ой. Я неправильно, извини. Помнишь Вторую мировую войну? Да. Кто с кем? Не знаю. Но я не помню. В ответ? Ну, пускай будет Израиль. Израиль? Да. Это неправильный ответ. Я знаю только, что фашизм зародился в Италии, и на этом все. Я, честно, я не помню. Не помнишь? Mm-mm. Я вообще неправильно сказала, извините. Польша. Молодец. Все? Да. Ну, в смысле, первый вопрос все, у тебя еще 4. Отлично. Пропускаем, видимо. Пропускаете? Да. Страны не будет. Нет. Может, вкинем какой-нибудь? Давай, Польша. Польша. Что хоть? А? Это правильный ответ. Да? Да. Да ладно! Польша. Молодец, Дим. Хорошо идешь. Ну, спасибо. Польша. Назовите первую букву греческого алфавита. Честный вопрос. Это что такого? Блин. Вот смотри. Есть русский алфавит, да? Есть там английский, китайский, есть греческий. Есть? Ну, есть? Да, наверное. Есть. Да, конечно, есть грешок. В русском буква А. В греческом? Пусть будет Т.
тоже А, я не знаю. Я греческий алфавит не знаю. А, греческий алфавит. Эй, нет. Подсними его. Там, что, омега там что-то такое, там что-то, да. А? Не могу точно ответить, не знаю, греческий алфавит не знаком. Возможно, я сейчас очень сильно туплю и, скорее всего. Да. Вообще. Думаю, А. Может, подумаешь еще? Думаю, А. Может быть, подумаешь еще? Это с подвохом. Без подвоха. Тогда думаю, А. На физику ходил? Ходил. Буква там это была? Была. Была. Блин. Там часто буква это... X? Y. Да? Да. Ну, раз была омега, пусть будет альфа. Что думаешь? Соглашаюсь. Смотрите, есть две буквы у вас. Омега и альфа. Одна из них верная. Что выбираете? Омегу. Омегу. Ваш окончательный ответ? Омега. Дельта? Не. В ту сторону пошел, но не дельта. Бета? Альфа. Альфа, наверное? Наверное, альфа. Правильный ответ, молодец. Альфа. Все. Я же говорю, знал. Да, знал. Назови первую букву. Альфа. Молодец. Правильный ответ, альфа. Это шутка? Нет. Я вас сбил? Нет. Альфа. Ир, ты молодец. Альфа. Потому что это верный ответ. Молодец. Ир меня ударил. Извините. Да ничего страшного. Друзья, сейчас не самое простое время для нашего интернета. Все слышали новости про отключение монетизации, про сложности блогеров, но я вообще старался об этом не говорить. Я просто делаю свою работу, работу, которую я умею делать и которую цените вы. Но сейчас наступает такой момент, когда стабильно поддерживать работу канала становится крайне сложно. Я говорю как есть. Поэтому мы завели аккаунт на Boosty. Boosty — это русскоязычный аналог Patreon от создателей Donation Alerts. Платформа подходит для ютуберов, тиктокеров, подкастеров, музыкантов, косплееров и просто для тех, кому есть чем поделиться с аудиторией. Как это все работает? Автор создает уникальный контент, а зритель благодарит его рублем, получая доступ к эксклюзивным материалам. Поэтому помимо того, что вы поддерживаете канал, вы еще получаете доступ к тому контенту, которого нет нигде. Знаю, что большинство из вас образованные, талантливые, умные и эрудированные люди. И многие из вас хотели бы проявить себя, отвечая на вопросы. На Boosty у вас будет возможность блеснуть умом и даже получить шанс стать участником наших видео, участвуя в еженедельных тестах на эрудицию. Также обязательно отвечу на вопрос, почему именно Boosty, и почему я могу и даже хочу порекомендовать его другим авторам. Супер низкая комиссия по сравнению с другими сервисами, при этом нет НДС для подписчиков. Выплаты каждый день. Множество способов вывода средств. Русскоязычная поддержка, которая работает 24 на 7. И еще, очень удобная функция – цель, где я могу показать вам, на что идет сбор средств. Вот, кстати, рубрику «По городам», где мы ездили по городам России и проверяли уровень знаний в каждом конкретном городе, в нынешней ситуации невозможно осуществить, хотя на это были большие планы. В общем, на моем аккаунте в Boosty уже вышел эксклюзивный контент и первые тесты, где вы сможете проверить свои знания и при хороших ответах даже попасть в наши ролики. Друзья, ссылку на наш аккаунт мы оставляем в описании, переходите по ней и поддерживайте наш канал. А если же вам самим есть чем поделиться с окружающими за небольшое вознаграждение, то вперед переходите на Boosty, открывайте свою страницу, начинайте монетизировать свое хобби или призвание. Кто был первым изобретателем радио? Мне почему-то кажется, что это кто-то из музыкальных композиторов почему-то. Фамилия максимально русская, максимально известная, максимально популярная. Я помню. Назовешь парочку? Ой. Бах какой-нибудь. Иоганн Себастьян? Да. Нет? Или Вольфганг Амадей? Конечно же, в данный момент оно куда-то испарилось. Фамилия прям такая, ну чисто русская. Вот да, сказал бы я, если бы не было камеры, это было бы в непринужденной обстановке, но... Но не сработает. Что у меня крутится только Белл, но это не он. Не он. Это другое. Радио. Жопа. Фамилия, попа, чешется.
Запутёсов? Я не знаю. Да, это кринж. По Тапов. Я сколько раз я видел эти видео, где люди, где я по ту сторону экрана смотрю, говорю, как вы не можете ответить на такой легкий вопрос, а теперь... Это полная здесь. Попа, конечно. И, ну, мягко говоря, если честно. Вот, но теперь я здесь и... Правильно, это Попов. Попов. А, вот почему оператор улыбается. Попов? Попов. Попов. Зачтено, в принципе, да. Но вопрос, он, ну, не точный. Подвохом, да, потому что патент первый был по факту не у Попова, они там, ну, одновременно, короче, Попов. Слушай, ну, неплохо. Плохо. Что-то я знаю. Первый цвет на флаге Азербайджана. Не зеленый, случайно? Не случайно, нет. Так. Значит, вероятно, оранжевый? Не оранжевый. Не оранжевый, так. Азербайджан — это кайф? Кайфауф. Зеленый. Красный? Зеленый. А, красный, что ли? Первый цвет синий. Сейчас вроде там есть синий, красный, зеленый и звезда, если не ошибаюсь. Голубой? Нет. Первый мореплаватель, который совершил кругосветное путешествие. Блин, ну, Колумб. По-моему, это фейк был. Да, по-моему, да. Что-то там с Америкой какие-то были. Я не знаю. Каких мореплавателей знаешь известных? Никаких, по-моему. Вообще никого? Да. Даже Колумба? Знаю. Петр. Какой? Первый. Нет. Кристофор Колумб. Здесь ты ошиблась. Нет. Блин, картошку завез, только о нем все. Больше ничего. На море ее нашел, что ли? Я не знаю. В океане? Они... Ну, по мультику я помню, какой-то чел. Несколько объектов в географии его именем названо. Это очевидно, мне кажется, было бы. А мыс его именем никакой не назван? Нет. По-моему, пролив есть. Берингов пролив. Ну, как так-то? Ну, это единственный пролив, который я знаю, почему это не он. Кук. Это я... Марко Поло. Нет. Не Марко Поло. Сейчас, как его зовут? А Америго Веспуччи? Ну, тоже немножко ошиблась. Ну что, Колумба? Вкинем. Вкинем. Колумба. Вкидывайте Колумба? Да. Нет. Лучше бы назвал, спросил меня про полет в космос. Может, это этот Аристотель, не? Аристотель? Ну, не Колумб. Не Колумб. Магеллан. Магеллан, правильно. В школе как успехи у тебя? Страшно. То, что в другой класс перешла. Ну, какой? В профильный. Гуманитарный. И там люди новые. Вот. Новые одноклассники, да, у тебя. Одноклассники Сони. Не обижайте, пожалуйста, ее. Она хорошая девчонка. Да ведь? Да. Хочешь, ставим это? Да. Ну все, супер. Снято. Друзья, на этом выпуск подошел к концу. Напоминаю, что мы завели аккаунт на Boosty, где вы можете поддержать нашу работу и наш канал. А в конце я традиционно скажу. С вами было очень приятно, а меня зовут Векшита. И всем пока!